11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Амаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию – бойцов-ветеранов, получивших прозвище «пустынные крысы». Перед ними стоит задача прорвать западный фланг немецкой обороны и открыть союзникам путь к Кану. Внимание! Макгрегор со вторым отрядом отправятся по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Северо-отсюда! Перестань! Перестань!
Gute Chance! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Shoot! Please! Nicht schießen! We have wounded here! Не стрелять, парни! Да мы их тут штырями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих янцев! Так точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась! Давай, Дэвис! Сюда, к грузовику! Фритische Truppen! Nimm den Auto! Sanitäter! Дэвис, прыгай в кузов! Будешь прикрывать меня! Почти завел! Есть! Держись, Дэвис, будет трясти! Парни, вот и грузовик. За дело!
сержант. Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янки. Для них-то война уже окончена.